Доброе утро! И начинается оно с сенсационных новостей о погоде. Оказывается, такого теплого начала марта в наших краях не было ни разу за последние 130 лет. Так что весна уже успела поставить настоящий метеорекорд. И судя по прогнозам синоптиков, пока понижать чемпионскую планку она не собирается. Сегодня воздух в областной столице прогреется до 5 градусов, и даже ночью температура практически не изменится. А вот атмосферное давление в четверг стабильным не назовешь. Оно медленно, но верно продолжает опускаться. Кстати, низкое атмосферное давление считается визитной карточкой циклона. Еще этот вихрь приносит с собой пасмурную и ветреную погоду, поэтому сегодня небо будет затянуто облаками, и солнца мы не увидим. И все-таки сибирякам повезло. По статистике, пасмурных дней в году у нас всего 150, а самое хмурое время – осень. Как хорошо, что уже весна!